Красногорская башня и ее окрестности в конце августа превратятся в машину времени. Памятник 19 века станет местом проведения исторического фестиваля «Кавказский рубеж» и с помощью историков-реконструкторов позволит всем желающим перенестись в атмосферу 200-летней давности. По задумке автора, внутренний двор Красногорской башни превратится в этнодеревню, демонстрирующую быт и традиции коренных народов Карачаево-Черкесии. Мастера традиционных ремесел и народно-художественных промыслов продемонстрируют свои изделия, секреты изготовления которых дошли до нас из глубины веков. Особыми гостями фестиваля станут историки-реконструкторы, достоверно восстанавливающие оружие, одежду, экипировку представителей разных народов в разные времена века, имевших то или иное значение для нашей территории. Любителям активного досуга будет предоставлена возможность попробовать свои силы и ловкость в испытаниях, которые веками проходили предки.